Видеоклип. Если вы не видели, как танцует Крис Браун, идите посмотрите, как танцует Крис Браун. Всем привет, с вами Костя. Сегодня будем смотреть клип на трек Go Crazy. Go Crazy! Go Stupid! Для исполнителей Крис Браун и Young Thug. Трек с их совместного микстейпа, который вышел неожиданно. Это один из самых успешных треков с этого релиза. На этот трек снимали челленджи и до сих пор снимают челленджи. Hey, Mufasa, let me see you go crazy one time. I'm tired. Can I get some sleep? No, just one time. Bring it back. Bring it back. Hey, hey, hey. Yeah. Got me thinking, baby. Tell me if you really got some with it, baby. I haven't heard from you and I'm in it, baby. Just tell me what to do when I get it, baby. Gucci and Prada. Поэтому Young Thug и Крис Браун решили, почему бы не снять видеоклип. Если честно, я очень долго ждал, когда я смогу снять реакцию на этот клип. Ну что ж, клип Go Crazy, Крис Браун, Young Thug. Поехали. Так. Сразу с самого начала мы видим, что это дом Крис Брауна. Вы спросите меня, как я понял, что это дом Крис Брауна, а я вам скажу, потому что он на нем рисует. Этот дом весь изрисован. Ну и видим, появляются две девушки. Видим много дорогих тачек, ну как много, три дорогих тачки. Посмотрим, что будет дальше. Лично я жду от этого клипа, как Крис Браун будет танцевать. Потому что Крис Браун танцует капец как круто. Если вы не видели, как танцует Крис Браун, идите посмотрите, как танцует Крис Браун. Дома есть баскетбольная площадка. Если я когда-нибудь разбогатею, я тоже сделаю себе на заднем дворе баскетбольную площадку. Я сделаю себе на заднем дворе баскетбольную площадку и буду звать всех корешей, чтобы поиграть в баскет. Потому что у нас в городе только одна площадка, где можно нормально поиграть в баскет. Ганна засветился в этом клипе. Everything you do is amazing.
Если честно, я пока что... разочарован, потому что что-то Крис Браун не танцует, а танцуют пока только другие люди в его клипе. Та самая девушка из начала, Крис Браун, заметил ее, сейчас будет вести преследование. Янг так тоже заметил девушку из начала видеоклипа. Тоже будет ее сейчас преследовать, видимо. Я вам скажу так, они свалили с тусы. Я бы на их месте вообще бы нисколько не пожалел, что я свалил. На этом заканчивается видеоклип Go Crazy. Надписью «Продолжение следует». Надеемся на продолжение этой истории, куда эти девушки забрали пацанов. И крутой клип соответствует настроению песни. Все тусуются, все бухают, все танцуют, все веселятся. Единственное, Крис Браун что-то подкачал, я думал, он побольше танцевать будет. Потому что обычно в его клипах он сам танцует со своей группой. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. Если хотите видеть больше таких видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!